Ребят, всем привет, дорогие гости, подписчики моего канала. И сегодня, как я и обещал, сделать винил на Ford Mustang GT с командой Monster Energy. Погнали! Клеим вот эту вот черную полоску за 100 игровых денег. Прям вот сюда вот. Далее вот сюда вот лепим черную полоску. Прям вот сюда, вот, вот сюда. Видите на экранах. Далее за 1000 игровых денег вот сюда вот клеим необычную полоску, или как там ее называют. Вот такую вот фигуру клеим, короче, и клеим со второй стороны. Так, погодите, я сейчас все освобожу. Вот, вот сюда вот клеим. Снова черную полоску вот сюда вот клеим. И клеим со второй стороны. Далее клеим снова эту же черную полоску. Вот такой вот большой. Так, я бы помещу эту полоску вот таким вот образом. Ну и клеим со второй стороны. Так, а что там у нас дальше? Ого! Дальше клеим вот такую огромную черную полоску вот сюда вот. И клеим со второй стороны. Далее как бы клеим черные пороги вот сюда вот. Не вот сюда, а вот сюда, как бы сделать это до конца. Ну и здесь клеим вот эту вот черную полоску, как бы сделав ее полностью черное авто. Ну и здесь, конечно же, клеим огромную черную полоску. Ну и делаем ее в черный цвет. Далее, как бы делаем за 500 игровых денег вот такие вот воздухозаборники. А здесь сделаем вот такую вот длинную черную полоску. Если решил просто закрыть, наверное, до конца. Далее вот здесь вот делаем вот такую вот черную полоску. И начинаю со спонсоров. Шрифт Carnival пишем Monster. А затем шрифт Ariel Energy. Вот в таком вот салатовом цвете. Далее вот здесь вот клеим черной полоской. Вот сюда вот. Далее вот клеим вот такие вот когти. Блин. Зачем я вышел? Так, где там эти зеленые когти? Вот. Клеим вот эти вот зеленые. Я сказал зеленые когти. А не зеленый флаг. Точнее, салат. Вот, клеим вот эти вот лапы. Далее вот здесь вот закрываем вот эти вот когти. Сделав логотип монстра. Далее клеим Energy, шрифт Ariel, и клеим со второй стороны, вот сюда вот. Шрифт Carnival Monster, монстр в белом цвете. Далее делаем логотип Ford. Нам нужно скопировать вот эту вот, скопировать круг с таблиц символов. Сначала белую, а потом синюю. Ну и клеим со второй стороны. И пишем шрифт Ariel Ford. Ford — это же автомобильно-строительная компания. Далее вот здесь вот пишем Cars 2. Шрифт Ariel. Но без болда и без италика. Далее вот здесь вот клеим Pennzoil. Как-то так. Шрифт Godfather. В желтом цвете. Далее здесь вот клеим СКТ шрифтом Godfather с болдом. И клеим со второй стороны. Далее клеим спонсор Нитта. Шрифт Godfather с италиком, но без болда. Далее вот эту вот такую необычную загогулину копируем с таблицы символов.
и делаем вот таким вот образом, как бы сделав голубовато-синий. А здесь наоборот, клеим вот так вот. Погодите, я сейчас чихну. Так, сори, извините, продолжаем. Клеим вот эту вот черную полоску со словом нить. И клеим со второй стороны. Далее. Клеим спонсор YJNCJRITIN. Кстати, здесь буква 2 Т. Две буквы Т. Далее. Клеим квадрат красного цвета. Только один клеим, один. Далее берем вот такие вот полоски и с италиком, как бы сделав их еще вот таким вот горизонтальным. Если вот так вот сделать, то это вообще как будто без италика. Но мы делаем с италиком. Далее рядом со спойлером клеим вот эти вот полоски. Их тут вот так вот положено, вот так вот. Далее снова берем такие же когти, я сейчас вам скажу вот цену. Ну, двигайся быстро. За 570 граммов денег вот сюда вот клеим салатовые когти. Далее клеим МФ шрифтом Godfather. А теперь начинаем с РТ. Клеим сначала вот такую вот обычную букву Р. А затем начинается головная боль. Клеим вот таким вот образом букву R, как бы сделав ее с другой стороны. И клеим это все со второй стороны. Далее вот здесь, вот прям почти у зада, клеим XXT шрифтом Godfather. Ну как-то мы его в сером цвете. Клеим RTR Ford Mustang. Как бы название авто. Далее вот здесь вот добавляю, ну как там его, ну называется как там его, серую полоску вот сюда вот. Ну и клеим вот такие вот точки. Далее сверху вот здесь вот клеим когти за 570 игровых денег. Далее клеим спонсор Monster Energy, буква Swift Carnival и Energy. Далее вот здесь вот как бы продолжаем это стекло. Клеим его за 100 игровых денег в сером цвете. Клеим Ford Mustang. И затем буква RT. Вот, кстати, вот это вот по другой стороне буква R. Вот это вот. Здесь можно вообще просто на изи час сделать. А вот здесь вот немного придется поморочиться. Ну хотя можно его скопировать с... Вот здесь вот скопировать можно. Далее снова спонсор YJNCJRITIN. Буква 2, буква Т. Далее номер. Клеим сначала черную как бы обводку. Номер 22 шрифтом Godfather с Волдом. Ну и клеим... Уже серый номер 22. Далее вот здесь вот делаем темно-оранжевый квадрат. Ну и здесь делаем логотип Ford. Вот таким вот образом. Вот так вот. Ну и клеим со второй стороны. А здесь я решил просто доклеить. И сделаем вот такую вот белую обводочку Форда. Ну и как бы все заделаем вот такой вот тонкой, не тонкой, а синим кругом. Далее снова клеим спонсор Ford и клеим со второй стороны. Здесь я решил добавить белую, точнее не белую, а ну как там его называют, желтый квадрат.
Ну и последний штрих, вот здесь вот пишем монстр. Шрифт карнавал с болдом. Фух, ребят, это у нас был готов еще один винил на Ford Mustang. Если как вы помните, сейчас я зайду на YouTube канал. Сейчас я вам покажу. Это видео, как оно там называется? Ну, где там это видео? Ну, пожалуйста, ищись. Так, так, еще немного. Вот. Вот этот винил. Будем делать сегодня голд винил. Темно-синие полоски. Запись. Вот этот винил, который я вам показывал уже на смартфоне. Это было где-то снято 3 недели назад. Ладно, ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а с вами был я, Дима. Всем пока.